Жизнь современного города невозможна без стабильной работы предприятий энергетического комплекса. Это свет, тепло, комфорт в домах, школах, больницах, офисах. Это развитие промышленности и транспорта. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается комфортная жизнь людей. 22 декабря в свой профессиональный праздник работники энергетической отрасли Славянского района принимали заслуженные поздравления. Праздник в честь Дня энергетика прошел в городском доме культуры. На страже энергоустойчивости Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов сегодня трудится порядка 700 человек, работников Славянских электрических сетей. С профессиональным праздником энергетиков поздравил глава Славянского района Роман Синеговский, подчеркнув важность энергетической отрасли не только для экономики, но и для комфортного проживания славянцев. Я всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу сказать, что энергетическая отрасль – это прежде всего, наверное, основная отрасль развития экономики. Не будет электроэнергии, все здания, все объекты, гражданские объекты, сельскохозяйственные, промышленные объекты, они не будут иметь жизни, они не будут иметь электроэнергии, не будет света, значит, не будет тепла и не будет всего остального. Много объектов строится сегодня без газа, да, но без энергетики я, допустим, не видел такого, чтобы хоть один объект работал. Поэтому спасибо вам всем за труд. Это мощная, надежная система Славянского района. Все специалисты предприятия, независимо от возраста и занимаемой должности, объединены главной целью – добиваться лучшего качества работы, чтобы в любую погоду обеспечивать подачу электроэнергии потребителям. Лучшие в своей профессии были отмечены высокими отраслевыми и ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».